Далее проект «Смотрите, кто ушел», герои которого – бывшие публичные персоны, не сходившие с экранов телевизоров, а затем вдруг пропавшие из виду. Сегодня рассказ о Василии Куимове, который 10 лет был заместителем мэра Красноярска. Чем сейчас занимается Василий Васильевич, выясняла Наталья Кичина. Василий Куимов был, безусловно, одним из самых ярких персонажей в истории мэрии. Не боясь показаться смешным, он на своем примере неистово воплощал все инициативы мэрии. Делал зарядку на улице, наряжался на карнавале, писал письма Шварценеггеру. И так эмоционально и от всей души обо всем этом рассказывал, как у чиновников не принято никогда. Но некуда деть ни один телефон, ни записную книжку, в которой весь все расписание, например, программа сегодняшнего дня. Поэтому не скрою, я нашел тут ход. Известно, что Шварценеггер любит кататься на лыжах. И ноги даже поломал последние, так сказать, раз. Травму получил. У нас прекрасный мирового масштаба бобровый лог сейчас, да? На море можно быть, на яхтах, вот, рыбу ловить, на медведя охотиться, если захочет. Ну, общие выводы какие? На кафедре торгового дела и маркетинга жарко во всех смыслах пора защита дипломов. Председатель комиссии Василий Куимов по утверждению студентов строгий, но справедливый. На выпускники, похоже, профессора любят. И любовь это, видимо, взаимная. Это звездный Олег. Вот она звездная у нас сегодня. Олег, вас, и вообще молодцы Василий сегодня. Василий Васильевич так распиарил, что хоть в это. Да, я сказал, что вот впереди защищался Олег. Как бы я просто восхитился его подготовкой к защите. Надо только поддерживать. Вот это вот как-то вот у каких-то стариков, которые не общаются с молодежью, есть представление, что молодежь это хуже, чем мы. Они лучше, чем мы. Я только себя сравниваю, какой я был в молодости. Буян. Профессорский кабинет размером, да и по комфортам, далеко не чиновичий. Приходится делить его на двоих. Но, говорит доктор экономических наук, здесь он бывает все равно редко. Либо в аудиториях, либо пишет научные свои работы дома. Но и важная часть распорядка дня у Куимова посвящена внукам. Их трое, но младшее особое внимание. До сих пор Куимов даже с ненавистью вспоминает его слова на митинге мам за детские сады. Почему маме надо выходить из декрета, это раз. Почему в это время бабушка, вообще родственники вроде в роду не могут поддержать ребенка? Надо вообще-то, чтобы род-то ведь в 4 поколения, так сказать, друг друга поддерживал. Я же ведь сказал правду. И сейчас ее готов повторить. Я говорил, что когда пенсионеры уходят на пенсию и не помогают своим внукам, то потом им внуки не подадут воды и лекарств, когда они будут болеть или лежать. Поэтому надо все тут взаимодействовать. Потом на кого обижаться, что ты не работал с внуками, да, или не поддерживал ну, с ними? Кто помогать, если вы тут целыми днями? Я вчера только вечером, так сказать, общался с обеими внучками. Мне везло в жизни. У меня всегда я возвращался на очистку после шелухи начальственной, да? Я возвращался на очистку, так сказать, вот трудовые коллективы свои. Мне это так хорошо. В свои 69 Василий Куимов энергичен и бодр и возглавляет, между прочим, Народный университет «Активное долголетие». Что до этой кафедры Торгово-экономического института СФУ, то ее ныне профессор Куимов основывал лет 30 назад, перед тем, как ушел в комсомол, потом в мэрию и никогда не бросал. Даже будучи чиновником, подрабатывал на 1/8 ставки. Теперь вот вернулся окончательно. Одна из причин, очевидно, на пенсию прожить сложновато. У меня пенсия 11 700. А что так мало-то? Это вы так мечтаете. Муниципальная пенсия вообще никакая. Муниципальной пенсии доплачивают 1800 рублей к основной пенсии. Ну, можете проверить. Ну и нет. Поэтому это кто-то думает, что на муниципальной работе у кого-то есть большие пенсии. Нет там никаких пенсий. Значит, вот там есть какое-то такое великое служение своему городу. На самом деле, это вот самое главное. Наталья Кичина, Николай Чистяков, новости ТВК.